морковь, перец, помидоры, капуста, лук репчатый, огурцы, лавровый лист, душистый горошек, сахар, соль, масло подсолнечное и уксус 9%. Морковь нарезаем колечками. Этот салат я делала очень давно. Вот решила попробовать снова. Нарезали все. Теперь будем выкладывать в кастрюлю. Теперь крошим капусту, нарезаем, шинкуем. Накрошили капусту, выкладываем вторым слоем после морковки. Нарезаем перец. Лук нарезаем, крошим. Теперь выкладываем лук, следом перец. Нарезаем огурчики полукольцами. Теперь огурцы выкладываем и нарезаем помидоры. Помидоры накрошили, выкладываем в кастрюлю, ставим на огонь, чтобы овощи осели немножко. И тем временем мы стерилизуем банки, крышки, добавляем масло подсолнечное, сахар. Лавровый лист и душистый горошком перца. Сливаем уксус. И тушим минут 10. Перемешиваем все аккуратно. Вот наш салат готов. Теперь выкладываем все в банку. Наш салат стерилизовался 10-15 минут. Вот такая вкуснятина у меня получилась. Спасибо за просмотр.